9 образцов из 6 регионов. За звание лучшей борются Курская, Московская, Владимирская, Белгородская, Псковская, Саратовская колбасы. Перед тем, как попасть на дегустацию, все они прошли экспертизу в лаборатории. Определялись массовые доли жира, белка, крахмала и наличие ГМО. Специалисты говорят, хороший продукт имеет однородную структуру с характерным для него розовым цветом. Колбасу докторскую добавляют, яичные продукты, молочные продукты, чтобы фарш был более нежный, сочный. Ну, естественно, и пряности берутся. Это же колбаса высшего сорта вареная, не добавляется, например, чеснок, как другие, это самое, а более нежные пряности. То есть вкус должен быть приятный, не острый. Результаты лабораторных экспертиз и сравнительного смотра качества будут размещены на сайте областной администрации. С ними советуют ознакомиться не только производителям и продавцам, но и покупателям, чтобы в новогоднем оливье была только лучшая колбаса.